каштанчика, думаю, немного выпущу на прогулочку. Он такой безвредный, вот эта травку сейчас пожует, погуляет. Он повыбирает тут, где кукурузка валяется, где что. Ну, в основном на шпарышу. Сейчас его водичка, если вода теплая есть в ведрах, не холодная прям с колодца, а теплая вода. Водичкой польем. Друзья, кратко о свиноматках и о поросятах. Говорю и показываю из моего нового сарая. И хочу, думаю, не думал сегодня снимать, но думаю, сниму, покажу, как поросят присаживаю на предстарт. Значит, вот у меня предстарт, наш водолага, для маленьких поросят. Я не стал дробить, думаю, в грануле им дам. И, короче, дня 4 назад, 5 дней, подсыпал там, где они гасятся, ну, то есть, где они сидят. Не ели. Я так по чуть-чуть, не в кормушку, а на пол сыпал, где они сидят. И вот сейчас каждое утро прихожу, у них вон, все едят хорошо. Привыкли, что я туда насыпаю на пол, и все едят, собирают эти гранулки и едят хорошо. То есть поросятам всем 2 недели, кому меньше, кому больше. Эти, которые 5 штук, которые 5 штук сдохло у меня от кашля. Эти 5 осталось, но уже хорошо с ней едят, у нее едят молоко. Сегодня еще последний раз проколем, и я думаю, все будет нормально. Еще кое-кто подкашливает, но уже так, несерьезно. Ну, что было, то было, ну ничего тут не сделаешь, всякого бывает. Я то есть там, ой, подохли поросята, что делать, нет, такого нет, ну подохли, подохли, что от этого, умирать это. Эти у меня у киевляночки. Конторята, все нормально. Сегодня у них купировка хвостиков, кастрация и зубы. Этим так же самое. Насыпаю в уголок туда предстарт и едят ого-го. Единственное, что мне в станку не нравится, ну вот она ходит опорожняться сюда в конец и сюда же садится. Это только это. Это опорожняется дальше, а там гасится. Вот видите, чистое. Это в пределах нормы. Максимум назад сдает. Опорожняется и сидит там. Тоже чистое. Ну, Анфиса это любышка. Тут без вопросов. У нее всегда чисто. Обезьянка тоже. Опорожняется максимум назад, а под ней чисто. И, кстати, теперь можем заметить, 3 дня у них вода, 3 или 4 дня вода. Под обезьяной сухо, воду пьют, вода постоянно есть. Качай, качай, давай, качай. Вон, вода постоянно есть. В кормушке сухо, вот видите, как пьет аккуратно. И туда она, если и капнет какие-то капли, ничего страшного. Под свиноматкой сухо, свиноматка чистая, поросята тоже чистые. Под этой свиноматкой, которая в первые дни игралась водой. То же самое, можем наблюдать. Чистота, порядок, сухо, водичка. Я ей не перекрываю воду. Это то же самое. Смотрите, вода 4 дня у них уже. Под свиноматкой сухо. Ой, такая, спим. Под свиноматкой сухо. Вода есть. Анфиска. Ой, говорю, Анфиска. Киевляночка. Вода есть. Идем дальше. Это я для тех показываю, что мне говорили, потоп будет под свиноматками. Неправильно сделал воду и уклоны. Смотрим здесь. Ну, опорожняется на сзади. Единственное, что на сзади садится. Ну, это такое. Под свиноматкой тоже сухо, хорошо. Ну, все, 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 успокойся. Вот свиноматкой сухо, хорошо. Вода тоже есть. Ой, та-та-та-та. Вот я и насыпаю сюда в приемный бункер. Все нормально. Давай, покажи.
Вот так все пильнула, ей больше не надо. А, и Юра Фермагра мне говорил, Стас, у тебя слабый напор. Ну давайте на любой, давайте на последний проверим. Вот последний станок, это от бака последний. Ну типа дай больше напор. Напоряка, мама, не горюй. И так само здесь. Ну последнюю настану, я ее не подключу. Давайте здесь. Вот где одиночка. Ну ей хватает. И то может здесь забилась сеточка, потому что здесь только одна, там я заглушку поставил. Давайте предпоследнюю. У Нюши. Нормально. Тоже хватает. Тоже хватает. Вот сейчас, к примеру, насыпем немного. Я покажу, как я насыпаю предстарт поросяткам маленьким. По чуть-чуть. Но я уже насыпал, но это вам так покажу. По чуть-чуть. Я так подхожу, где они гасятся. Я знаю их угол. Они-то шуганы, я их всех прокалывал. И вот так вот. И вот так вот насыпаю. Вот это сейчас через часа 2-3 не будет, что я насыпал. Просто я их как бы тревожу, гоняю. Они меня боятся, я же им уколы колю. И они все жуют постоянно. Едят хорошо. И так же само здесь. Я насыпаю, вот, допустим, если свиноматка у них тут, и я возле свиноматки вот так тоже насыпаю. Вот так вот. И они тут роются с ним. И сюда, где они гасятся, тоже вот так насыпаю. Во. И вот так я делаю постоянно. Сейчас каждый день этим, ну я насыпаю, но они не едят. Но эти хорошо, что начали есть уже у свиноматки молоко, хорошо, аж даже бьются, кричат, то есть пошли на поправку оставшиеся. Вот так и занимаемся. Также тут у меня эти два дюрочка на откорме. Эфок я пересадил двух сюда. Думаю, чтобы они рядом были друг возле друга, не стрессогонились. Сюда двух посадил и посадил двух сюда. И все. Машулечка у нас жива-здорова, это староста квартала. Поросята, друзья, нигде никого не придавили. Вот как было тут, сколько их там, 7 штук. Здесь уже этим 3 дня или 4 день. Этим уже 4 день, по-моему. Как были 8, так и есть. Никого не придавило. Здесь тоже никого не придавило. Я раньше грешил, но оказывается, то совсем от другого дела. Не придавило. Это я показываю станки по истечении уже 2 недель, как опоросы пошли. Здесь тоже, как было их 8 штук или 9, не придавило. 9 их, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Никого не придавило. А здесь без станка 9 штук. Как было при опоросе, так и есть. Тоже уже 2 недели или чуть больше. И вот я ей намешал, ей то даю со стартом. Старт водолага, а предстарт тоже водолага. И вот так подмешиваю, ей мешаю в корм чуть-чуть, когда с поросят. И поросята с ней там что-то нюхают и едят. И так само там у себя тоже они едят. И вот так получается, я обхожусь маленькими поросятками. Вот так у меня все происходит. Зашел вот это утром. Им всем рассыпал, ну рассыпал этим свиноматкам всем.
дюрчихом. Дюрчиха — это у нас кукляшечка, покрыта моим петреном кантором. Поросят оставлю себе на откорм. Но что-то или наступило кому-то на ногу, или что, или застряло где-то. Каждая загородка 2 метра на 3 метра. Так, по этим я сказал, кантуры, если будут все нормально, оставлю всех на откорм. Это покрыто дюрком чистым. Свинки, по-моему, уже и заказаны. Кабанчики под вопросом. Ну, там уже тоже идут переговоры. Дальше. А вот буханка хлеба маленькая. Машка хлеб не ест. Отдадим рыжке. А рыжка ест, а Машка нет. Машка хлеб не ест вообще. Машка покрыта тоже моим хряком Петреном. Пока хряк у меня, когда заберу поросят, тоже прогоню хряка, чтобы все загуливали и всех покрою искусственно. Понравилось мне покрывать и йоркширом, понравилось мне покрывать и дюрком. Дюрком понравилось, да хоть петреном, хоть кантуром, и йоркширом. И йоркширом петрена хорошо покрывать, поросята хорошие. И йоркширом кантора тоже поросята хорошие. Крупные, такие массивные. Ну, Анфисочка у нас осталась на снастях. Сейчас кормежка будет начинаться. И вот так, друзья, когда я уже всем поросятам дал, заношу в свободную клетку. Мешок и ковшик оставляю здесь. По этой клетке, вот именно вот эта клетка. Что касается вот этой клетки, хочу туда или шифером, или плиткой заложить сюда тоже, запускать в будущем кого-то. И та так же само. Вот тут лопата, ведерко, шкребочек. Все чистенько, аккуратно, хорошо. Ну, по мухам, как мы можем наблюдать по мухам, ну, вы сами видите, может и летает где-то. Вот муха сидит одна. Ну, есть так где-то сидят, но мух нету. Я скажу так, мух нету. Это без всяких агит, магит и тому подобное. Обычные липучки по 4, по 5 гривен за штучка. Это я липучки поменял уже второй раз. Может, даже сегодня-завтра еще поменяю. И все, просто поставил москитные сетки. Та же самая шторка, да, передний коридор много чего значит. Вот когда заходишь, у меня двери эти открыты, здесь шторка, ну, к примеру. Или двери закрыты, мухи не летят, а сквознячок вон то окно заходит ночью и сюда на вытяжке. И вот так нормально. Сейчас буду здесь, хочу вот это все лохмитья перебрать, инструмент до инструмента, все по полочкам разложить и сюда поставить бочки. Бочки для лактующих свиноматок, корм уже готовый, и для супоросных. И хоть немного навести порядок в кабинете, потому что у меня тут тоже ого-го. Все в пыляке, тут окно так и открыто, тоже москитная сетка, но мух нет, вон какие залетали, прилипли. Тоже навести порядок и заняться в конце-то концов фасадом кухни, фасад кухни, и поставить рукомойник, чтобы вода была. Это как бы тоже необходимо. Вот передний коридор очень удобный. Эти закрыты двери. А туда вот так. И, грубо говоря, ничего тут такого нету. Просто шторка, москитная сетка, и уже тех же самых мухи нету. А меня они... Я, там мне говорят, да ничего страшного, что мухи. Мухи, согласен, ничего страшного. Но они меня бесят и раздражают.
Ой, ты упал! Эй! Упал! Иди же! Короче, вот так, друзья. У свиноматок убирать немного. Вот те, которые на норме. Те, которые с поросятами, чуть больше. Я бы даже не хотел бы здесь щелевой пол, он не нужен. Мне щелевой пол надо на откорм. Да? Всем спасибо за внимание.